Дарья Булако, Вячеслав Билякуба, Илья Цукан-Трамбо и Александр Данилов, кларнет. Ребята скромные, видите, воспитанные, как говорится. Спасибо! Александр. Это многого сказать. Не сказать, тебе сказали. Александр одел саксофон не случайно. Дело в том, что он случайно умеет играть на саксофоне. Парта у нас одна. Саша, сыграй что-нибудь на саксофоне, чтобы мне стало очень приятно, да и публике тоже сделать. Вот прямо вот, смотри, какая сегодня. Спасибо вам всем. Сегодня слава нам побежала. Романтическая, Саша. Не, можно вот здесь прямо что-то, конечно. У нас есть прожектора, которые освещают все. Александр Данилов.